У меня есть такой аппарат, где он собака. Вы пшикаете эту вуаль. Какая прелесть. Во-первых, она пахнет вкусно. И берете вот это, вот так фунчузите себе. Самое главное, это вот эта лимфа. И вот так ты возишь, пока у тебя есть терпение. И это такое благодарное занятие, размышляешь о чем-то. Кстати, я заметила, когда бьют токи в районе головы, приходят очень интересные идеи.